Для того, чтобы подчеркнуть значимость и вклад работников торговой отрасли в экономику России, отмечается этот профессиональный праздник. Традиции празднования Дня работника торговли развиваются с каждым годом. Его отмечают по всей стране, в том числе и в Славянском районе, где представители этой сферы играют очень важную роль. В этот день особое внимание уделяется тем, кто достиг высоких результатов в своей деятельности. Их награждают, отмечают их профессионализм. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил большой вклад торговли в развитие экономики муниципалитета. Мы все уже привыкли получать любые товары в городе, в станицах и хуторах. С каждым годом у торговых предприятий увеличивается ассортимент, повышается качество обслуживания, открываются новые современные магазины с благоустроенной территорией. Благодаря этому для славянцев улучшаются комфортные условия. И спасибо еще раз говорю, что создаете рабочие места, платите налоги. Мы благодаря этим налогам строим социальные объекты, мы отчитываемся с жителями, вы видите, где-то школы, где-то детские сады, спортивные объекты. Сейчас планируем построить зал бокса и дворец бокса. Скоро откроем зал для наших грибцов. Ребята, благоустройство, видите, большое идет, благодаря поддержке губернатора, прежде всего. Работать мы умеем, чтобы всегда ориентироваться, что продавать, кому продавать, когда продавать, когда, может быть, ничего не нужно менять, а когда, может быть, смотреть, что дальше, потому что все меняется, ничего на месте не стоит. Но вам спасибо, здоровья, нормальных, надежных коллег, хороших, я не знаю, покупателей, чтобы у людей были деньги, чтобы они приходили, покупали продукцию. Роман Синеговский пожелал собравшимся и членам их коллективов успехов в труде, здоровья и благополучия. К поздравлениям присоединились первый заместитель главы района Евгений Колдамасов и начальник управления торговли и защиты прав потребителей Иван Сергиенко. Горжусь в первую очередь тем, что наша с вами армия, она является самой многочисленной. Это больше 2200 предприятий, это самая большая численность, наверное, наемных работников, которые работают, да, в сфере. Роман Иванович правильно сказал, что это один из трех китов экономики Славянского района. И на самом деле вот мы с вами создаем определенное настроение в коллективах, на улицах, формируем настроение для наших с вами клиентов, покупателей, пользователей наших услуг. И от того, как вы выстраиваете свою работу, зависит, конечно, многое. Была озвучена информация о каждом пришедшем на торжественный прием. И действительно, эти люди очень достойно представляют сферу торговли. Славянцы знакомы с результатами их труда не понаслышке. Успешная работа получается во многом благодаря серьезному подходу к развитию своих сотрудников. Все это есть в сети магазинов «Пятерочка», где стараются сделать так, чтобы работа стала по-настоящему привлекательной. Главным будет такой фактор, как правильная, корректная работа с людьми. Мы перестроили полностью работу в данной сети и в предыдущих, в плане того, что люди теперь обучены, люди теперь знают, зачем они приходят, что им нужно сделать, как им нужно сделать правильно. Они понимают, что все-таки мы оплачиваем людям за работу деньги, они должны приходить тоже с какими-то там целями. И знаете, вот за эти годы, там за 4 года я понимаю, что каждый человек в наших персоналах магазина, он рад приходить на работу. И это является очень оптимистичным значением. Очень важен, особенно на селе, индивидуальный подход к покупателям, когда их пожелания охотно выполняются. Обязательно ориентируемся по спросу, по заказам. Даже бывает иногда совершенно нам невыгодно ехать куда-то за товаром, за такой капелькой, но просит покупатель, надо услужить. Даже не за деньги, не за то, за доброе слово, за хорошее настроение людей, потому что мы стараемся создавать не только в магазине товар, чтобы был красивый. У нас всегда около магазина красиво, мы всегда делаем, в общем-то, первые места практически всегда. Спасибо большое, что нам уделяют внимание. Глава Славянского района вручил собравшимся благодарственные письма и памятные подарки за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета и в связи с профессиональным праздником. Сфера торговли является очень важным и нужным инструментом. Люди обращаются к нам ежедневно за услугами, а мы обязаны предоставлять своевременно качественную продукцию. Желаю всем коллегам новых побед, успехов, стабильности, хороших покупателей,
ну и всего самого хорошего. Без предприятий торговли невозможно представить современную жизнь. Сотрудники этой отрасли работают с жителями, поэтому им чаще всего желают доброжелательных покупателей, а также отличного настроения, которое необходимо, чтобы встречать их с улыбкой. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».